Что, зайчик? Ну, что ты кричишь? Что, мальчик? Да, да. Вот. Да, да, зайчик. Да, зайчик. Да, зайка. Ну вот, курочку, бульончик, курочку сделала. Ну, едят не очень, но маленькие пока. Пришли. Вот я приехала за этими масиками. Близнецы. Да. Близнецы. Ой, ой, ой. Отстань. Лёлик, Лёлик. Вот эти маленькие. Вот эти близнецы сегодня едут домой. Да. Два мальчика. Найдены были на улице Чехова в полиэтиленовом пакете. Вот эти вот крохотулечки, красавчики. Вот такие. Мальчики. Лёлик. Ну вот они, масики такие красивые, хорошие, здоровенькие детки. Едут сейчас в новую семью. Да. Домой. Домой. Да. Домой. 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 Счастье, счастье. Домой. А жалко расставаться? Да. Конечно, ну. Ну и в то же время. А в то же нет, время, ну и в то же время радость сколько. Конечно. Хулиганы. Хулиганы. Но самое главное, умные уже ходят в лоточек. Уходит в лоточек. Только хулиганы. Вот, вот двух хулиганчиков. Ой, а хвостики такие серенькие, мордочки серенькие. Они как тайские, что ли? Ну да, получается, наверное, скорее получается, всего. Да. Да. Угу. Ну все, ребятки, закрывайте их. Угу. Что они там, не голодные, не холодные? Нет, нет, нет. Все, все. Все в порядке. А, любит курочку вареную, любит сливки 10%. Ну, я им наливаю. Да, 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 вот это вот. Это даю, давала жидкий корм такой, но они как-то так не особо. Маленькие. Вот. Ну да, маленькие, конечно. Вот. А это прямо вот мама как будто. Прямо вот она за ними скучать будет, наверное. Это Болик. Но они малыши у меня отдельно. Малыши отдельно. Вы знаете, что вы едете домой, что вы счастливые близняшки? Ой, такие они тут играются. Вот, им хорошо уже в машине, тепленько. Маська, ну кто-нибудь там мордочку. Ну не могу я их развернуть, переноска не помещается. Я бы их развернула, показала. Ну, в общем, они там скачут, прыгают, копошатся. Ой, какие они замечательные. Кто там копошится? Кто там копошится? Играются они тут в машине. А я вот через дырочку снимаю. Все, в машине тепло. Едем в новую семью. Дети мои сладкие, приехали мои красивые. Мои лапочки такие. Заснули бедные по дороге. Ну, выпускай. Ой, я даже не знаю, одной рукой не открыть. Заснули по дороге котики. Ну-ка, господи, комочек. Вот, передаю их в ответственные руки. Как сердечко стучит, Татьяна. Татьяна, очень приятно. Меня Станислав зовут. Станислав, вот. Они приехали в замечательную семью. Малыши. Все, здесь их будут. Дайте их хоть потрогаю, я их даже не это. Маша моя маленькая. Близняшки. Такие близняшки. Да не то слово, они, по-моему, тайские, что ли, да, получается, да. Молочком пахнет, крепким. Да, да, они сливки перед дорогой пили. Ой, сокровища. Ой, сокровища, не то слово, они все сокровища. Ну-ка, дайте ближе, ближе, покажу. Скажи, очень слепит, да, не хочется. Да, да, включить ее сейчас уже не могу. Да, слепит его. Ой, лапушка, лапушка, лапушка. Вот дети уже дома. А где второй? Уже помчался гулять. Там один такой, он такой попрыгунчик. А этот, который поспокойнее. Как назвали, не знаете еще, не придумали? Космос и Марс. Ух ты. Космополитен и Марсель. Ух ты.
стене. Собака пришла. Ой, какая собака пришла. Красивая. Эй, кис-кис-кис. Ну все, как я говорю, любовь не должна быть навязчивой. Пусть осваиваются, да? Хорошо. Мы не видно. Сейчас. Видно? Да, контуре, как бы они нас... Мася, ну пусть походит. Все, пошел. Уже пошел. Осваиваться. И ты здесь, и ты здесь, красота. Ну, я еще хочу сказать по поводу этих двух котят. У них стабильная психика. Потому что они достаточно спокойно сейчас себя ведут после... Вот, они уже... Такой езды. Зайки уже осваиваются дома. Уже... Да, все, уже веревочки, ленточки. Вот, пожалуйста. Пожалуйста, вот один забияка. Вот, потащили. Потащили, давай. Потрошите. На них написать, как мы их назвали, потому что я их пока не отличаю. А вы их по характеру будете различать? Это космос. Это космос, да. Марс. Вот он. Садовинник. Деловуха.